Всем привет! Сейчас я покажу, как сделать штукенцию для прививки яблони, груши, сливы. Там. Вот такая штуценция, шуруп один. Вот туда-сюда гоняет, шуруп два. Вот под углом под разным ставим и срез делаем ножичком. Так. Вот так, короче. Вставляется веточка сюда. Зажимается. И ножом шик, снимается. Потом переворачивается. И с другой стороны, как бы так, то же самое делаем. Тот скажет, о, зачем это надо, неопытные, попробуйте дичку обрезать или крупную веточку, все пальчики обрежете, потому что яблоня — это твердая древесина. Вот, так что нужно специальные ножи иметь, которых в магазине не купишь, только в специальных магазинах в интернете, короче. Прививочные ножи называются. Потом папу-маму камбий совмещаем. Туда дальше пихаем. Вот так, чтобы с двух сторон у нас был камбий. Вот, и проволочкой или веревочкой, не, веревочки не надо, лучше проволочкой, чтоб движения не будет, фиксируем, а уж потом изолируем это все дело от микробов, все такое. И веточка должна продолжение иметь, вот, чтобы сколько движения шло. Некоторые косой срез делают и прививают, а тут по-хитрому все. Вот. И приживаемость. Ого-го. Как бы так. Ну что, деревяшка она, и в Африке деревяшка. Такой уголок ходит туды-сюды, все ясно и просто. Тут выемку можно сделать. И вот еще у меня яблоня зимой проросла. Вот дичка, на что прививать, чтобы саженцы не брать, как бы так. Все, кому понравился этот видос, подписка, лайк, заходите в плейлисты. Вот. Всем пока.